Время сказал, что для человека грех быть богатым, сейчас я еще что-нибудь вспомню, воровать плохо, прелюбодействовать, врать плохо. Хорошие слова говорил Иисус Христос. Забрал у людей грехи. Я думаю, что если бы этого не произошло, то у людей было бы очень плохо в жизни, потому что были бы такими, как в Средневековье. Да, наверное, почему я так решил? Дело в том, что опыт вот этих 2000 лет после Рождества, после Рождества Христова, он показал, что люди, несмотря ни на что, изменяются, жизнь меняется, она становится лучше с одной стороны, а с другой стороны происходит деградация. И, по моему мнению, даже понятно, почему деградация происходит. Для меня нет секретов к радости, потому что я понимаю, что чем хуже ты обучаешь детей, которые учатся в школе, тем лучше они относятся к власти. То есть сделай из детей деградирующих существ, тем они будут лучше относиться к власти, которая может в свою очередь делать все, что угодно. Она будет самая лучшая. Главное говорить, знаете, как в гипнозе, они самые лучшие. Почему? Потому что человек плохо учился, потому что когда он получал образовательные программы, то ему ничего не советовали, ему не объясняли, как это делать. Сейчас это все невозможно остановить. Одни хотят развиваться, другие не хотят. Но деградация, она все равно происходит. И вот я представляю, как в свое время происходила деградация в те века, когда жил Иисус Христос. То есть люди деградировали, они могли там запросто убить, насиловать. Раз он об этом говорит, значит, это было очень актуально. И таким образом, когда он как бы воскрес и сказал, что я откупил людей, то после этого началась новейшая или яркая эволюция. Я так думаю, что вот такие люди, сподвижники, они могут включать процессы эволюции и изменять эту эволюцию в сторону, при которой у людей появляется жизнь и она становится легче. Да, много есть за и против, потому что, знаете, такие истории, они сложные. Можно много говорить о том, что, ну, там, Иисус Христос, но история об Иисусе Христе, это была не новинка, потому что в свое время в Греции существовала такая же история, где непорочная женщина, которая жила с мужчиной, от Бога родила ребенка, который совершил много подвигов, имел множество учеников. Ребенок родился от Зевса, его тоже распяли, и после этого он умер, и после этого воскрес, явился к своим ученикам. Я говорю, это история о Геракле. Это правда, вы можете почитать. Такая же история, она многократно повторяется. Я ее читал, такую же историю с одним из королей или царей, которая написана или описана в Махабхарате. И я могу сказать, что это ничего не меняет и не изменяет в этом мире. Почему? Любые истории людей, которые при помощи своей внутренней воли, доброты, которые при помощи своей воли, не поддаваясь судьбе, не поддаваясь какому-то влиянию, все равно шли к своей цели, добивались своего наперекор всему, не имея денег, не имея, имея только веру, имея только силу и имея только желание. Смогли изменить один маленький человек в глубине маленькой точки на огромной планете, в средние века смог изменить время и течение времени. Так же сделал и Будда, и Магомед, и так сделал, ну, много примеров этому всему. Конечно же, этому всему много примеров, но такие люди, они, ну, наверняка на 100% нужны. Они помогают этому миру увидеть альтернативы. И в тот момент, когда людей загоняют в стойло и делают сверху или ставят сверху клеймо, вот такие светлячки, они могут провести людей и сказать, что все возможно. Все возможно. И, наверное, вот эти знаменитые притчи, где говорится о том, что не укради и не убей, они, наверное, все-таки меняют эволюцию и меняют мировоззрение людей, о том, что нельзя быть богатым. Это, знаете, о справедливости говорят. Но тогда говорили по-своему, сейчас это воспринимают по-своему. Почему? Эволюция, все меняется.
со временем будут еще наверняка такие люди, у них будет что-то еще другое по-своему, но такие люди, они этому миру нужны. Ведь кто-то должен говорить о том, что существует любовь друг к другу, о том, что есть милосердие, о том, что быть теплым и добрым, это тоже не обязательно быть дураком, о том, что существует терпение, о том, что предавать плохо, о том, что, ну, таки, об этом кто-то должен говорить, потому что на пути к улучшению жизни, знаете, есть такое правило, если в замкнутом пространстве бесконечно ложить кубик на кубик, то рано или поздно все рассыпется, это правило энтропии, поэтому... Точно так же, но эта эволюция, как бы она ни длилась, она все равно будет распадаться. Но в тот момент, когда все распадается, необходимо, чтобы нашелся тот, кто будет говорить о том, как нужно строить. Поэтому вот такие люди, они появляются в этом мире. Те, которые, когда все распадается, когда духовное распадается, душевное распадается, то появляются такие люди, которые, может быть, и не люди, и рассказывают, и объясняют, и обучают тому, как необходимо складывать кирпичи для того, чтобы быть более счастливым в новом витке этой эволюции, в которой мы проживаем. Я желаю вам всем искренне